Здравствуйте. Мы работники Техвеба, находимся на Манорском, на ремонте сейчас. Автомобиль, сменяем сцепление. Никого здесь нету, наших работников хотели снять побольше людей, чтобы было. Никого нету. Кто уехал, одна водовозка, моторист на выезде с механиком, и все, никого нет, мы вдвоем. Зарплату не получили. С первого числа неизвестно, на кого работаем, чего работаем, но работу не прекращали. Непонятно, зовут на Вельгу устраиваться, типа увольняйтесь здесь, устраивайтесь к нам. Нам такое не надо, зарплата за 2 месяца не получена, отпускные... Желательно бы уже время подошло получать, тоже ничего не известно. Ждем, когда на вылет домой, но это еще не скоро будет. Вот такое обращение насчет зарплаты, выплаты зарплаты и дальнейшего нашего существования здесь. Неизвестно ничего. Ну вот заехали в Техвеб, в контору. Здесь никого нет. Компьютеры все скручены. Сидит один парень, говорит, делов ничего не знаю, хотели заявление вот, на увольнение с приятелем сейчас написать. Короче, непонятки, в офисе никого нет, компьютеры все свернуты, все в коробках стоит. Это в офисе в Новосибирске. Целью приобретения вам билет. А вот теперь стоп. Вследствие чего это произошло? После чего это произошло? Это обращение в МЧС. Нет. По нашей просьбе нам, вы же сами говорили. Вашей просьбе, но... Да, возможно, мы там когда-то 5 или там до какого-то числа, 10-го, 15-го, пока ничего не знаю, но не раньше 5-го. Ваши слова? Ваши слова. Как тогда получилось так, что вы говорите, сейчас праздники, ни один город никуда не полетит, и он прилетает аж в 3 порта, простите за выражение. 2 числа. Значит, порешали.